Дорогие зрители, это новый выпуск по Clash Royale. Я нахожусь на основном аккаунте, я собрался, я готов побеждать. Я хочу зайти на 5800 и также зайти в гости к большому чемпиону на 6100. Не знаю, в каком сезоне это произойдет, но я буду стараться, буду пытаться. Если ты со мной, тебе интересно, подписывайся. Сегодня будет трансляция по Clash Royale, обязательно приходи, чтобы не пропустить стрим. Подписывайся и обязательно нажми на колокольчик. Стрим будет приблизительно где-то в 20:00 по МСК. Сегодня начну пораньше, будет долгий стрим, поэтому приходи, будем апать кубки. Я, ребята, взял просто безумную колоду, 5,3 эликсира. Я не знаю, что с этого получится. Давайте просто перейдем к каткам. Поехали. Я надеюсь, сейчас мы на стриме... На видосе вернем 5500, а потом на стриме попробую вернуть 5800. Вот. А завтра, послезавтра будем апать 6к. Если, конечно, это все мои такие грандиозные планы не завершаться тильтом. Так, только не хок 2.6. Спасибо. Ой, блядь, я же выбросил... Оу, снежный ком. Что? Снежный ком? Ребятки, знаете, в чем... Че я так все получилось плохо? Холдик, то есть я, выпустил случайно лучниц вместо орды миньонов. Вот, из-за этого такая херь получилась. Ну, ладно. Так. Валькирия, окей, сплитим мушкетов. Валькирия, это, конечно, плохо. Если еще есть фаер, тоже это печально. Сейчас вообще не плохой расклад у меня. Я не знаю, как вообще сейчас повести себя. Так, хорошо. Давайте разряд использовать. Блин. Так. Здесь ставим сборщик. Сейчас будет тяжело, но мы сделаем это. Мы задефаемся. Ха! Так, лучницы вы же бьете? Вы же бьете ее? Сука. Это фриз. Это колода с фризом. Не успел зафризить. Ха-ха-ха. Так, слушайте. У него, короче, фриз и валька. Поэтому надо как-то будет разделять юнитов. Поэтому ставим здесь голема. Так. Это трудно будет. Там у меня в основном будет, наверное... Так, давайте сюда, так, варваров. Блин, бедные варвары, сейчас что с ними сделает валькирия? Слушайте, ну у него ж по идее нету фаербола, да? А ну, поехали. Поехали, здесь три мушкета. Но он фризанет и до вальки прокрутится, наверное. Так. Давай, отлично. Сейчас валька быстро сдохнет, быстро сдыхает валька. И мы его забираем. Фаербол кидаем на две принцессы. Просто идеальный фаербэм! Здесь у нас залетают варвары. Блять, какую-то хуйню я делаю. Извините за мат. Но это так. Я сделал херню. Так, ладненько. Поставим сборщик, так как он слил этот фриз свой. Так, здесь у нас вот так во пойдет. Здесь вот так во пойдет. И... Ай, снежный ком, конечно, прям на голову мне. Только не фриз. Фух, успели. Опасно, хок, фриз, опасно. Так, ладненько, ставим, короче, голема. Если пойдет хок, сборщик поставим. Потому что по-другому я не задефаюсь, наверное. Али задефаюсь, не знаю, посмотрим. Сейчас будет просто фриз. Ха-ха, смотрите, я не могу. Хок пройти к вышке не может. Занято, все. Вышка занята. Я ору просто. Он зафризил, а хок пробраться не смог все равно. Ор просто. Ой-ой-ой, все. Вот это сейчас не смешно нихера. Вот сейчас не смешно. Не смешно. Плачем все. Тихо. Тихо. Плачем. Так. Хога словим, короче, все нормально. Хога словим вот такой вот темой. Пиу. И все. И пока. 73 хп на главном. Ух, как было бодрячком-то. Так, отлично. А это что, первая каточка? А, да, это первая. На видос. Опа, легендарный сундук. Отлично, давайте его заберем. Скриншот и забираем. Бандитку надо.
Надо бандитку, только она мне нужна. Шахтер. А, хотя нет, шахтер еще нужен. Тоже нормально, 12 из 20. Скоро дофармим. Все, едем дальше. Еще две катки, и мы на 5500. Может, мне повезло сейчас? Ну, мне понравилось. Так. Блин, дорогая колода, ну фак, тащит. Так, самое главное, это сборщики. Просто противнику нечем было сборщики останавливать. Сплит-лучниц. Сплит-лучниц, так. А как? В смысле, элитки? Это ж 5400. В смысле, а как? Не, ну вы чё, ну а как это? Ну это ж элитные варвары только что были, да? Я понял. Там, пацаны, ну вот меня мучает вопрос, что у него там по спелам, а? Ну вот что? Ладно, ставим голема, я не знаю, что у него там по спелам. Боюсь тратить трех мушкетов сейчас на одну сторону. Сейчас будем прощупивать. А, я понял, это, ёптить, это три мушкетера с элитками, все, я выкупаю. Все, я догнал. Вышку теряю, но по эликсиру я ж как бы в плюсе, у меня ж как бы сборщик, я ж как бы молодец. Так, хорошо, здесь у нас лучницы пойдут. Вышку мы тоже забираем у него, и даже спрашивать мы не будем, отдаст он нам ее или нет. У меня, в принципе, есть все для жизни. И фаербол, и варвары, то есть, по сути, да, мне его три мушкетера, ну, не опасны никак, но вот только... Вот только сейчас проверим, как мы вот будем против элиток жить. Да вроде должны жить, ну а что там? Варвары ж дефают элитных варваров. Тем более на своей половине, когда две вышки в сопли разнесли только что их. Так, хорошо, размен по вышкам. Ну по сборщику-то я лидер. Вот сейчас очень важно определиться, по какой стороне он будет идти. Окей. Окей, значит здесь два мушкета. Мы пойдем на три короны с вами. Вот. Хрен я пойду на три короны, пойду на две. Ха. Так, отлично. А, вот это ты зря, братан. Вот это ты зря. Смотрите, как он сейчас. Бля, ну почему я так криво кинул фаербол? Ну ёптить, колотить. Как всегда, я вот как всегда. Вроде все хорошо у меня, прям. Вот контр самый лютый, который может быть. И я беру, проигрываю. Ну что за додик я, ну. Давай, 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 расчехляйтесь, друзья, расчехляйтесь. Может, вы уже будете дефать наконец-то? Так, хорошо. Голем. Голем. Давай трех мушкетов. Ага, понял тебя. Так, готовим разряд. Разряд. Тык, 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 тык. Оп, 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 оп. Хорошо. Здесь у нас три мушкета пойдут. У него нету чем их контрить. Поэтому у меня преимущество, друзья. Здесь у нас варвары пойдут. Сейчас будут летучие мышки всякие там. Ой, таран, конечно, опасный дядька. Очень опасный. Но мы расчленили его голема. И перешли на... ну, вы поняли. ну, все. Давай, до свидания. Да, не-не-не. Голем. Фаер. Фаер. Блин, конечно, да, немножечко затупил я. Ну, бывает, бывает. Я такой человек, который поспешу, сделаю, а потом жалею. Короче, осталась одна катка, и мы на 5500 с вами. Понеслась. Поехали. Мне нравится колода, прикольно. Вот трех мушкетов она вообще наказывает. Ну, вы же сами видели. Соперник не может поставить на одну сторону мушкетов, а я могу. В этом, конечно, кайф. Следующая карта сборщик. Сейчас только зап слить. Опа, хорошо. Смотрите, вот это тоже, походу, три мушкета. И я могу их сборщик контрить, а они мой, походу, не... Ну, если только не шахтер. И опять же, шахтера я словить могу, это не фаербол. Он такой думает, ха! Лох, потратил фаер. Сейчас я зайду с тремя мушкетерами. Я такой, ага, а у меня варвары. Ну, смотрите. Ну, он думает, что он герой, да? Ить, ить, ить. Не-не, брат. Эта колода вообще трех мушкетов наказывает, блин, насилие конкретно. Я вам серьезно говорю, трех мушкетов это дека без шансов, вообще просто без шансов. Давайте крутим деку, дефайся давай. Дефайся, я сказал. Не хочет дефаться. Ведьма, окей, сплит мушкетов. Сплит мушкетов. Ну, сборщик он сейчас очканет поставить.
Потому что... Нет, он додик ставит сборщик. Ну, я просто... Он же не знает мою колоду, да? А если бы я сейчас таран подкинул, что такое уверенный в себе, что задефается на изи? Ладно. Удачи. Ставим сборщик. Ну, блин, просто кайф. Я его просто разношу. Смотрите, по сборщикам я в плюсе. По башне я уже в плюсе. Он мне ничего не сделает абсолютно. Тем более я сейчас голема поставлю, он вот так охереет, когда я на него пойду. А, так. А, у него тоже голем. Да, изи-бризи вообще, пацаны. Моя дека это просто... наверное, еще контр жесткий мортира, фаербол, валькирия. Та, короче, колода, которая... Пипец, сколько сплэша. Я думаю, что всех мушкетов на одну сторону. Вот так вот. Раз. Он себе такого роскоша позволить не может. То есть я всех трех мушкетов вот так вот на... Тихо, блядь, сука. Ладно. Один мушкет ушел. Но зато смотрите, сейчас что будет. Сейчас будет еще один голем. Оп. И еще один голем. Эть. И выживает мушкет. Ну и 800 хп. Вы сами понимаете, что с ними сейчас произойдет. Тем более у меня сборщик стоит. Вот такие вот у нас пироги. Что-то какая-то говно у него колода. Какая еще ночная ведьма с тремя мушкетами? Ты чего, брат? Да еще и торнадо вообще. Зачем тут торнадо? У него ни одного сплэш-юнита нету. Нахрен ему тут торнадо? Нет, какой-то дурачок. Сам, наверное, составил колоду. Победа! Да? Просто сейчас мы... Давайте я закончу, а то бывает такое за секунду сносят башню. Все. 3, 2, 1, 5500. Короче, приходите на стримы. Я, ребята, настроился серьезно побеждать и тащить. Почти добили краун чест. Приходите на стрим, надеюсь, вернем 5800. Спасибо всем за поддержку, за просмотр. Буду ждать вас. До новых встреч. Пока.